Битва при Ватерлоо – одно из крупнейших сражений в истории Европы. О символе падения амбиций Наполеона писали Вальтер Скотт, Джордж Байрон, Стендаль, Гюго. Особую роль в этом событии сыграл Артур Уисли, более известный как герцог Веллингтон. К слову, в честь него названо сразу несколько известных британских школ. Да и Ватерлоо как город существует и ныне. Так мы плавно подошли к теме среднего образования за рубежом. Закономерно, что при населении в 30 тысяч человек в Ватерлоо нашлось место в международной школе. Если точнее, одной из самых известных и маститых во всей Бельгии – St. John's International School. 2016 года она входит в состав Inspired – глобальной группы, объединяющей более 80 заведений премиум-класса. Это одна из первых мировых школ, принявших за основу программу IB. Средний балл за экзамены составляет 34 из 45, при этом ровно половина дипломов двуязычные. У нас есть время, чтобы умножить эти регалии в десяток раз. И это причина, почему St. John's International School удостоилась нашего внимания. Но не единственная. Мы в Мариаде больше 15 лет лично знакомимся со школами, налаживаем отношения, партнерства и процессы. Наша карта таких ценных знакомств простирается почти по всему земному шару. И это не только частные международные школы, но и известнейшие университеты. А еще исключительно профессиональные языковые курсы, яркие зимние и летние лагеря. Так что, если вы хотите приобщиться к чему-то такому зарубежному, ждем вас на наших консультациях. Они бесплатные, поэтому оставляйте заявочку по ссылке в описании и давайте плодотворно работать. Но это после того, как вы поймете, чем же так выделяются зарубежные школы. И в частности, St. John's International School. Приступим. Название международной школы St. John's восходит к религиозным корням. Ее в 1964 году основал католический орден монахинь. Этот факт важен сразу по двум причинам. Многие современные престижные школы верны подобной духовной связи, оставляя не только часовни, но и особую систему ценностей. Сострадание, надежда, радость, знание – все это напоминает о простом и ясном гуманном наследии. Но к этому перечню со временем гармонично добавилась современность. В мире устойчивости, мировой гражданственности, инклюзивности. Все это не чуждо St. John's International School. В Ватерлоо царит семейная атмосфера, очень дружелюбная и терпимая. Более 20% населения составляют иностранцы. Вот и в международной школе St. John's представлено 55 национальностей. Обычно наши истории начинаются с чего-то небольшого. St. John's International School заставляет отойти от этой традиции, ведь уже при основании ее посетило больше 100 учеников. Нет ничего удивительного, что при таких задатках эта школа-пансион Бельгии стала одной из самых амбициозных в стране. Вы что-нибудь слышали о знаменитых заведениях Бельгии? А международной школе St. John's такая недооценка не смутила. Расширяясь и расширяясь, она стала частью Inspired Education Group, о чем мы уже и говорили. Но St. John's International School и сама по себе представляет силу, с которой нужно считаться. Здесь училась принцесса Астрид Бельгийская, второй ребенок предыдущего короля Альберта II и пятая в очереди на престол. А также Жером Д'Амброзио, еще 10 лет назад дебютировавший в Формуле-1, а ныне возглавивший отдел по развитию гонщиков в команде Mercedes. Одним словом, студенты St. John's International School зачастую не из робкого десятка и добиваются высоких результатов как на экзаменах, так и на поприще университетов и в карьере. Во многом это заслуга полного цикла программ IB. Мы много рассказывали о ней в наших других видео, ссылочки вы найдете в описании. Но в целом особенность этого подхода в эрудиции. Если, скажем, британская международная программа A-Level делает акцент на профориентации, а американская High School диплома — общеобразовательном методе, то диплом родом из Швейцарии старается преуспеть во всем. Вот и для этой школы пансиона в Бельгии все это характерно. Три предмета стандартного уровня, три профильного и все на выбор. Помимо этого, в зачет идут оценки за внеклассную деятельность, исследовательские навыки и социальный вклад. Одним словом, большая и нагруженная программа, требующая привыкания. Без этого никак. Поэтому в качестве мостика к IB придумали другие ее компоненты — PYP и MYP, соответствующие начальной и средней школам. И вот все это есть в St. John's International School. Таким образом, уже с детского сада дети в этой международной школе в Бельгии могут начать путь, который приведет их к поступлению в топовые мировые университеты без вступительных экзаменов. Но есть и альтернативы. Например, американские курсы AP, по сути, университетские лекции, благодаря чему можно взять и перескочить сразу на второй курс американской вышки. Здорово.
Результат такой масштабной академической подготовки налицо. 100% завершения программ IB, средний балл в 34 пункта, что на 2 выше общемирового, и пятая доля оценок 38 плюс из 45 возможных. То есть рейтинг St. John's International School тоже ее очевидное преимущество. Кстати говоря, результаты Advanced Placement тоже вполне соответствуют этой картине успеха. Подавляющее количество учащихся этой международной школы в Бельгии получили 5 баллов. Все это втройне выгоднее смотрится, если учесть, что требований при приеме практически нет. Сюда свободно принимают иностранных учеников с низким уровнем языка. Единственное условие – вы должны соблюсти при поступлении на программу IB, а до этого ребенка ждут уроки английского как иностранного EL. В довесок для полноты многоязычного подхода есть программа DLP, то есть двойных языков на французском и английском. Само собой, ко всему этому прилагается всяческая поддержка учащихся. Во всех трех секциях этой школы пансиона Бельгии есть отделы профориентации. Они дают советы по подходу к обучению, следят за благополучием студентов и, конечно, поддерживают их. В старшей школе такие помощники помогают с выбором и подачей документов на высшее образование. Свою роль играет и глобальный опыт, вроде Inspired Global Exchange Program, особенно близкие связи у St. John's International School со школами в Новой Зеландии, где существует программа проживания в семье. Говоря о таком взрослом опыте, стоит отметить и наличие особых отделов для популярных университетских направлений. Ежегодная ярмарка Brussels College Night приглашает представителей более 100 университетов США. Британский отдел оказывает поддержку документов на UCAS, конструктивной критикой заявлений и индивидуальной подготовкой к собеседованиям. Немало студентов этой международной школы Бельгии поступают в Гонконг, Канаду, Южную Африку, Китай и Австралию, разбираясь во всем этом многообразии при поддержке штатных экспертов. На внеклассной арене St. John's International School зовут львами. Возможно, это как-то связано со статуей льва на месте битвы при Ватерлоо. Так или иначе, в международной школе St. John's гордятся своим символом и гордо отстаивают его честь. Эта школа пансион Бельгии трижды подряд побеждала в первом дивизионе ISST по баскетболу. Трижды ей сопутствовал успех по легкой атлетике среди юношей. Девушки завоевали трофеи в волейболе и футболе. Особое отношение у St. John's International School с гольфом. Она даже сотрудничает с клубом Hewlett-Court и предлагает программы как для новичков, так и продвинутых игроков. На кампусе St. John's International School вы найдете две крытые спортивные арены, открытое полноразмерное футбольное поле с покрытием AstroTurf, площадку для бейсбола и софтбола, скалодром, две многофункциональные травяные площадки и 3 теннисных корта. Поплавать можно в близлежащем бассейне Waterloo. Все это позволило реализовать классическую трехсезонную систему с основными видами спорта. Дальше больше. Десятки клубов по интересам, включая программирование, робототехнику, языковые клубы или гимнастику. Особую роль играет креатив. В международной школе St. John's обширная программа искусств, включающая мюзиклы, спектакли, танцевальные шоу, хоры и музыкальное обучение. У нее, между прочим, самый большой профессиональный центр исполнительских искусств среди всех международных школ Бельгии. В галерее Грини в течение года проходят разнообразные выставки, а школьный театр является самым большим в Брюсселе. Студенты могут пройти прослушивание в оркестр почета Ассоциации музыкального образования в международных школах AMIS. А, например, программа танцев, несмотря на факультативность, включает современные, джазовые, лирические жанры, хип-хоп, зумбу, классический балет, йогу и Болливуд. Если вы спрашиваете о причинах учиться в Бельгии, вот они, на виду и все сразу. Многоязычная и разнообразная страна в самом сердце Европы. Огромное количество пространства, в отличие от Великобритании, для появления таких больших ярких школ. Не так уж далеко от Ватерлоо такие центры, как Лондон, Париж, Амстердам. Конечно, самый что ни на есть настоящий пансион. Полный, еженедельный, периодическое ночное пребывание. В Шенхаус созданы все условия для безопасной, уважительной домашней обстановки для всех его жителей. В пансионе поощряется чувство принадлежности к семье, так как все комнаты в этом доме делятся со сверстниками. Причем в каждой комнате есть ванны, и в этой школе-пансионе Бельгии даже разрешается брать с собой фены или выпрямители для волос, что обычно нетипично для учебных заведений со строгими правилами. Будь это социальное сердце пансиона, Le Salon с огромным телевизором и аудиосистемой, или светлые просторные классы с вайтбордами и проекторами. St. John's International School обещает условия ничуть не хуже, а зачастую и лучше большинства зарубежных школ. Потому что это Бельгия, страна с крупнейшими морскими портами, огромной алмазной промышленностью, но это уже другая история. История об учебе и жизни в разных странах со своей уникальной средой.
которые мы с вами намерены поделиться. У нас в Мариаде вы можете рассчитывать на множество альтернатив. Среди школ, университетов, языковых курсов, детских лагерей, даже стран для переезда. У нас сотни партнеров по всему миру, а наши консультации бесплатные. Поэтому оставьте заявочку прямо сейчас, если у вас есть вопросы, которые вы стеснялись спросить. И пока вы не ушли, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, чтобы сделать нам приятно. Заранее спасибо и до скорого в новых выпусках на Study Tube. Пока!